когда увидела, что вы по Москве едете, у меня аж немножко сердце дрогнуло. Не потому, что там я как бы испугалась, да, там за вас. Просто подумала, что в самое логово зверя залезли. Вот. Помоги вам, Господи. Матушка, да, так получилось, что когда ехали в Москву, у нас маршрут, он строил навигатор, да, вокруг Москвы. Я уже на подъезде к Москве, я прикорнул, уже владыченька меня будет, как бы говорит, ну что, как едем-то, как едем? А навигатор перестраивает нас вокруг Москвы. Вот, но я смотрю по навигатору, дорога есть прям как бы прям по Москве. Он говорит, ну что, едем по Москве? Я говорю, едем прям по Москве. И мы едем, значит, по Москве, упираемся в Садовое кольцо, а Садовое кольцо – это центр Москвы. И тут я понимаю, что у нас машина грязнющая, куски грязи на ней висит. И мы же как с леса там выехали, там, ну там кое-что, конечно, там и в дождь попадали, но она грязная у нас в любом случае. И тут стоит такой кордон из ГАИ. Милиция, значит, стоят они. И мы в центре Москвы с иконой. Это были такие непередаваемые чувства, когда мы мимо них проезжали медленно со скоростью 5 км в час, потому что их там было много. И они нас не остановили. Они стояли, смотрели и провожали нас взглядом. Это было что-то. Спаси, Господи, дивны дела чудны Господа. Спаси, Господи, нас всех, кто в Царской империи, и всех, кто стремится свою душу спасти. Икона наша Владимирская по Москве идет. По Вавилону. Яко с нами Бог и помазанник Его. Вот оно, предпасхальное полнолуние. Обратите внимание, после первого полнолуния, после первого весеннего равноденствия, вот она Пасха. В это воскресенье, а не в какие там, где они понасчитывали, эти еретики, отступники от Бога, служители мамоны. Слава Христу, смерть Антихристу. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангелы поют на небесе, и на небе Господу Воскресение Твое, Христе, спаси. На земле сподоби, чистым сердцем тебе славить. Чистым сердцем тебе славить. Христе спаси, ангелы поют на небесах.
и нас на земле сподоби чистым сердцем тебе славить. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе, матушка! Христос воскресе! Тоже расскажу тебе небольшую вот у нас, что произошло, такие вот чудесные моменты. Представляешь, у нас на службе было 12 человек, 6 мужчин, 6 женщин. Так получилось, что там одна женщина приехала, она привезла яйца гусиные. И она привезла четко 12 яиц. То есть получается, что как каждому по яйцу. Вот, и вот как 12 апостолов, так и нас там 12 собралось. Вот, это один, да, момент вот такой очень необычный. А другой момент был, то, что я тебе хотел рассказать. Я, знаешь, как грешным делом, когда служба ушла ночная, я телефон, телефон держал, у нас же комната маленькая, и престолы стоят рядом два. Вот, и я держал телефон возле престола и стоял прямо возле престола. Я навел на престол, вот, и телефон начал дергаться. Задергался экран. А я телефон раз выключил, думаю, что-то с телефоном, там, мало ли, там, не знаю, память или что, но у меня такого не было. И телефон там, как никогда таких не было реакций в телефоне, чтобы он дергался, как телевизор, вот, сломанный. Вот, и я, значит, выключил его, и видео опять включил. Вот, начал снимать. Я, значит, навожу на престол, а он начинает дергаться. Я телефон в сторону плавно отвожу на стенку там, да? Оп, восстановилась картинка. Я опять плавно перевожу на престол, опять начало прыгать все. Вот, и так прыгает, дергается в разные стороны. И я такой думаю, Господи, прости меня грешного. То есть это вот такое, это вот именно показатель того, что действительно происходит чудо, вот это таинство, которое нашему человеческому зрению не видно. Вот. И я тогда, конечно, исповедовался там владыченьке, сказал, что вот так получилось, что я вот снял это. Телефон, конечно, нельзя держать вот, во время службы. Ну, конечно, благословение я беру. Вот, но в тот момент, когда шла вот именно эта часть литургии, надо было телефон убрать вообще, унести. Вот такое чудо. Да, и чудеса с нами тут происходят, я тебе скажу. Тут сегодня такое было, что уму непостижимо просто. Не знаю, как-то мы это надо будет описать, это обязательно рассказать. Но когда мы рано в 5 утра приехали, у нас же машина застряла, прямо перегородила дорогу в грязи. Ну и стало так, перегородила дорогу, что это уже нереально ее ни поехать, ни влево, ни вперед, ни назад. Только если, ну, вытягивать ее, и еще ее надо особо было вытянуть, выровнять на дорогу и как-то так вот выезжать. Ну, в общем, плотная засада. Ну, мы такие, слава богу, за все, пошли отдыхать. Ну и вот распределились утром по делами, а машина так это и стоит корчом. Ни туды, ни сюды. Ну я рублю эти дрова, да я рублю дрова. Потом понимаю, что ну, мы пока там проснулись, а время уже такое послеобеденное к вечеру. Думаю, так я сейчас никого не словлю. Пойду-ка я, оставил я дрова уже, там трошки нарубил, слава богу. И пошел это на дорогу ловить машину. Ну, летают легковушки, летают туда-сюда. Я же понимаю, что легковушка никак. А грузовиков как вот вообще нету, ни одного уже. Но я думаю, ну помолюсь я грешный. Встал, пяточисленные молитвы, любимые. Начал молиться. Что-то мне помысел пришел, что я что-то не так молюсь. Ну-ка быстренько. В общем, уложили меня коленками, ну, небесные силы на асфальтик, чтобы я на коленочках постоял. Ну, на коленочках помолился, слава богу. Ну, ничего, постоял еще, а уже замерз. Я просто в кофте в одной был. Подрясник, да, кофточка.
Пойду, думаю, в дом зайду, пальто накину, чтобы потеплее было, да пойду дальше ловить машину. Александр говорит, возьми-ка ключик. Просто, говорит, возьми, прогрей машину, чтобы бус был прогретый. Ну, я ключи в карман кинул, сам думаю, что я прогревать? А потом уже выхожу, думаю, не, надо прогреть, наверное. Прогреваю я машину так буквально чуть-чуть, выхожу из машины. И слышу, а я уже понял, там просто недалеко от трассы дом, буквально совсем недалеко. От проездной, не трасса, это проездная дорога, там леса, какие там трассы. Ну, это местная трасса, скажем так. Машину еду и слышу по звуку, что не так, как эти, не летит. Сильно не летит. А потом смотрю, она медленно едет. Вообще, с ней подъехала к деревне, снизила скорость. Ну, я так уже спокойно это... И ты представляешь, подъезжает внедорожник, мужчина, я смотрю, и детей полная машина, деток каких-то. А и я выхожу в это время на дорогу, и он подъезжает ко мне, так приостанавливается. А я уже как бы так, ну так, не то чтобы махал я рукой, не махал, но видно, что я останавливаю машину, специально вышел. И он такой на меня с такими испуганными чуть глазами, ну такой у него взгляд был интересный, такой... Я говорю, слушай, вот тут машина застряла. Ну, этот. Говорит, ну сейчас посмотрим. Я говорю, так выйдите, гляньте, как там вообще. Говорит, а он даже ничего не просто разворачивается и задом уже подъезжает. А Александр уже предусмотрел, уже веревка была накинута, только накинуть на другую машину, да этот. А у того полный привод, все как положено. В общем, вытягивает он эту машину. Вытягивает, ты представь. А машина вот... Ехала, она должна была и дальше поехать. И у него опять такой взгляд на меня был. Я тебе скажу, что я не могу описать. Это и не тревога была. Но это было как в штопоре. Он как ничего не понимает вообще, что происходит. Я думаю, странно так это все. Но потом я понял. Я потом все понял, когда он уехал. Я думал, он поедет прямо, куда ехал, а он развернулся и уехал туда, откуда приехал. И я понял, что Господь каким-то образом послал его, или святые послали его. Я просто сопоставил все, и это такое было чудо. И как оно, там уже и Духом Святым все это пошло. Это просто вообще. И вот целый день, уже оставшееся время, сейчас мы анализируем эту ситуацию. Ну это вообще, ты просто представь. Он нас вытянул и уехал туда же, откуда приехал. Чего ты сюда приехал, как? И вот это особенно взгляд на меня, вот это все. Да, ни одного вопроса, ничего. Ты представь. В общем, чудные дела твои, Господи. С Богом. Моя сестра, если хочешь, можешь добавить мои пасхальные слова такого характера. Сколько бы Господь меня не отправлял по Руси, и где бы я ни оказывался, на Руси матушки нашей, в какой бы дом ни заходил братьев и сестер наших, в какой бы обители ни был, кого бы я ни обнял и ни благословил, с кем бы я ни сел за стол, я понял одно, что Господь подал тех братьев и сестер то, о чем Он говорил, и получите во сто крат более матерей, отцов, детей, дочерей, жен, сыновей. И это чудо Божие, которое совершенно, совершенно работает, я скажу мирским языком. Потому что да нету в духе ближе никого, ни одного человека на земле, как во Христе. Мои дорогие, всех обнимаю. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Еще раз со светлым праздником Христовой Пасхи вас!